Какую-нибудь здесь палочку. Палочку какую взять, подставить туда. На пол. А? На низ, вот. На пол поставь. Воткни ее и... Под низ под сиденьем ты поставил. Надо мне ложиться спать. Иди, Адамовна. Тут не так жарко. Да это не скоро, ну, наверное, что будет. Что? Иди, говорю. Может, давай подушку положу, полежу. Я просто так покачаюсь, вот отдохну. Ну что, приедет Настя? Нет. Завтра? Не приедет. Поедет, она хочет в воскресенье дойдаться, поехать где-то покататься. С девочками собрались. Поеду. Следующий выходной вам приедет. Говорю, ну ладно, вот у меня такой работы особо не мало, раз ты поколол, ты пали, еще не пали, ну вообще я тут это вижу. Ну что, оглядела ты, куронят? Иди, отключай. Нема больше, трое только. Все? Нема. Вечером пойду подскажу еще один. Иди, отключай телевизор. Телевизор? Да. Трохи засниму. А? Трохи засниму. Обрезала эти, да? Ну так ты смотри, посмотри, как обрезал. Болт обрезал. Я такие специалисты слышу. В помидорах я бы тебе сказала, что там. А в машинах? Это повседневная работа, Адамовна. Запыхать будет. Мне ей надо выполнять. Слышишь, а этот насос отключить? Насос не повлияет? Электроника тут. А может и отключи. А? Отключи на всякий случай. Там же это что же электроника? Это ничего страшного тут. Ну выключи с розетки и все. Чтоб мозги не дать.
магазин. Там... Ага, я тебе отключила, провод-то отключила. Такое ощущение, что, блядь, колесо. Потому что здесь колесо на два диска. Оно просто разошлось. Так это и распёрло его так. Ну. Его можно спустить, потом накачать или как? Наверное, надо спускать, потом накачивать. Потому что тут же наш располовину на две части располовинивает. В двух частей состоит диск. Я думаю, что там... там кто-то, какой-то друг знакомый, я пообещал, ну, эту газонокосилку, такую катушку, которую за $90 вот, ага. Туда кухню себе возьму. За $90 взяли, да? Это ж не $300, то... Да. Не надо будет никого просить. Слышишь, включила его розетку, пошла по саду, походила, потащила вилку. А то кланяйся. Ну, ну да и бесплатно кто-то вечером нужно даже которого платить. Ну она электрическая. Да, да. Ну была как Катя косила. Ну. Сейчас я домой пойду, выйду по телефону, посмотрю, вот такие вещи сделаю. Мне треба помыться, ты видишь, что у меня на голове, а не мылась никого, у меня ужасно. Это две фотографии. Ты меня хочешь. А тебе сфоткаю, да. Я как распишусь, покуда ты такой. Ну. А то, говорю, блядь, у тебя работа стоит. Я стою. Вот понимаешь, вот мне, чтоб несколько раз надо все за раз забрать. Блять, знаешь что, чуть-чуть коротковатый. Выскочить. Там же колодки стоят. Я уже не буду снимать колодки. Могло бы колесо, блядь, выскочить. Ну да. Так, стой, что ты хотел? А, колесо спустить. Так, я его не поставлю. Может, поставлю? Оно не стянет, наверное. Я его надо было сразу спустить, я же не знал.
А зачем ты так плоскогубцами? А зачем ты плоскогубцами так делаешь? А как я сниму колпачок? Смотри, не вырви. Что, колпачок я вырву, а нафиг не нужен колпачок. Передал, да? Там резина только, там колес нет. Система Нюпель. Твой кот у это ведро в голову сунул, а дальше не лезя, а так хотелось ему в этой корму в этого. И хухры-мухры раз получил. Он и так залез. А то все у куратнику или у козлятнику. Вот Иванычу повезло, да? Никому так не живется, к нашему Юрку. Хорошо, что у вас сварка хоть есть. Без вопросов раз приварил. Ну ты, наверное, хуже, лучше Лолы не будешь храпти. Та я, блядь, как дашь, как дашь. Блядь, одета. Могу поколыхать. Красота. Баю, баюшки, баю. Блядь. Виктор Семенович, вы уже тут не подкалывайте. Нормально. Так, а вот эта головка лежит вверху. Вот это, ну не это. Видишь? Я тебе дам пакетик марганцовки. Вот это шукала, да, то ты не баек шукаешь. Да. Там же я привез. Я тебе дам. Хорошо. Наташа, это я там привез еще шмы. Это нужное дело иногда. Да. Это капец. Какой может быть капец? Это пиздец, а не капец. Папа, я на камеру снимаю, давай без лицо. Чтобы на ту сторону лучше переложили. Сторону легче. Как вылезла из затушки, так и ушла. Хорошо, 7 минут, молодец. Вперед, Олег. О, лягусь.
А, ты легла на солнце как раз. Вот сюда повернулась нормально. Ну вот такого хватит, наверное, сейчас. На шайбы надо подложить. Обязательно, шайбы обязательно надо. Она держит его. А не, в принципе, то. Все равно держит. Потому что она может вместе с этой какой-то колодки вылететь. Могу поставить вот пол. Надо выкидывать их. Ну, как надо, наверное, не надо. О, здесь сидит подлипший. Вот этот у меня самый. Что и что надо. Надо. Это дырка. И такой поставлю болт, да? Ну да. Он как раз, чтобы далеко не закручивался туда. Интересно, чего я обрезал?
Ты можешь мне еще, знаешь, что посмотреть? Вот этот сигнал, да, у меня же сигнал перегорел. Под сиденьем который. Его попробовать снять. И я там новый купил, чтобы ты другой мне поставил, подсоединил. От него там провода идут, которые там Саша мне делал. Ну, от него левые такие. Их можно даже поубирать. Не, это ж сиденье. Это не тот болт. Ну, эти провода хай торчат, может, буду знать, что сигнал.
Иди убирай. Ну что? Подожди. Все. А это откуда? Это сигнал. Он сгорел, походу. Убрать? Он сгорел, походу. Надо вот потом проверить. Ну, надо проверить еще. Может, работает. Ну вот, и я тут. Вот тут вот, я убрала. Вот здесь наверху. Кто не берется, выкинуть нельзя. Этот ламинат от дождя не разбухнет. Где-нибудь вот там поставить. Вот иногда там, ну, когда готовишь, так не надо ходить к этому столу, ну, где-нибудь, ну, поставить, хай стоит. Ну. Этот-то не размокнет, потому что натуральное дерево. А это клею на кумалку, наверное, накинуть. Вот я тогда ложила, что эта плита стояла ровненько, чтобы было. Сейчас посмотрим. И тут тогда вот.